По сообщению Управления федеральной почтовой связи по Приморскому краю, с 30 октября по 7 ноября отделения Почты России будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября. 4 ноября – государственный праздник, День народного единства, и в этот день все почтовые отделения будут закрыты. 3 ноября почтовые офисы закроются на час раньше, а 5 ноября будут работать по графику субботы. Доставка пенсий и пособий за 4 число будет выполнена 3 ноября, за 7 число – 5 и 6 ноября. Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти на сайте компании почта.ру и в мобильном приложении. При возникновении вопросов необходимо обращаться по бесплатному телефону Почты России, который вы видите на экране. В Приморском крае пенсии и другие социальные выплаты доставляются Почтой России 196 тысячам пенсионеров. Приморцам, получающим пенсию через кредитные учреждения, пенсии придут без изменения графика.